Добрый день. Группа компаний «Финцентр» представляет линейку финансовых продуктов для кредитных брокеров. Благодаря им вы сможете увеличить базу потенциальных клиентов, а также ускорить и существенно упростить процесс работы с проблемными объектами залога. Наши финансовые продукты для вас. Аванс до получения кредита и рефинансирование займов, выданных банками или частными инвесторами. Рассмотрим несколько ситуаций, с которыми сталкиваются большинство брокеров. К вам обращается клиент, которому нужен кредит под залог недвижимости в банке. Рассмотрев его ситуацию, вы понимаете, что готовы решить его проблему. Но на оформление всех документов и до финального выхода на сделку потребуется определенное время. Как сделать так, чтобы клиент не ушел искать другие варианты? Все верно. Выдать ему аванс. Аванс до получения кредита. Группа компаний «Финцентр» поможет в решении этого вопроса. Мы выдадим вашему клиенту аванс до момента получения займа и вернем его вам в работу. Важный момент. Мы не забираем у вас клиентов. Мы помогаем вам их не потерять. Рассмотрим вторую ситуацию. К вам обращается клиент, которому нужно рефинансировать имеющийся кредит, взятый в банке или у частного инвестора. Разобравшись в ситуации, вы выясняете, что на недвижимость клиента наложен арест или у него имеются существенные долги по ЖКХ, а также присутствуют открытые просрочки в НБКИ. Ситуация довольно неприятная и требующая значительных временных, трудовых и финансовых затрат. Мы решаем и эту проблему. Снимаем арест или обременение с недвижимости вашего клиента. Оплачиваем за него долги по ЖКХ и закрываем текущие просрочки в НБКИ. А затем возвращаем клиента вам уже с чистой недвижимостью и готового к рефинансированию. Группа компаний «Финцентр» работает для вас ежедневно и без выходных. Мы готовы решить любую проблему в максимально короткие сроки. Аванс до получения кредита мы оформляем за один день. Закрываем все долги и просрочки клиента также за один день. Срок снятия обременения с квартир – 3 дня. Для коммерческой недвижимости – не более 2 недель. Снятие ареста требует чуть больше времени – до 3 недель. Не теряйте ваших клиентов, выдавая им аванс до получения денежных средств. Увеличьте их количество, сократив цикл сделки со сложными объектами залога. Звоните нам по телефону или приезжайте на встречу в любой из наших офисов. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.